вон там, смотри. Пошли посмотрим. Вот он, вот он. А еще раз придешь? Да. Давай. Давай. Ку-ку. Куда идти? Кто там? Рыба. Там. Рыба? Какая рыба? Покажи пальчиком. Она сильная. Сильная? Да. И это папа. Это папа рыба? Да. Даника съест? Нет. Не будет есть Даника? Тут забор. Что там Даник делает? Что делает? А там рыбки плавают. Ку-ку. Ку-ку. Что дальше? Побезял, побезял, побезял. Тихо, бак будет, медленно. Кто там? Там еще птица. Вон там, кто там? Кто там кушает? Вот там у баба. Там мама кушает. Мама? Да. Еще один. Еще один. Там веточку. Веточку кушает? А где Даник, жираф? Иди покажи. Это кто, Даник? Кушает. Кушает? А кто это? Мама это. Это жираф. Видишь, как жираф кушает? А что жираф кушает? Веточку кушает. Веточку кушает?
Большой жираф? А жираф выше папы? Да. А выше мамы? Да. Давай, давай. Только посмотрим в окошко сначала. Сразу вспоминается у кого-нибудь. У всех был такой одноклассник, который так жевал. С губами. Куда садиться пойдем? В машину. Туда, вот туда. А что, устал ходить? Или замерз? Не. Не замерз? Не. Не. Сейчас покажу самый опасный экспонат этого зоопарка. Вот он. Черноногий кот. Он работает. Кот работает на камеру, короче. Вроде выглядит безобидно. На самом деле может проглотить человека взрослого целиком, не пережевывая. Да, Даник? Страшный котик? Котик? Что котик делает? Спит. Кто это? Это кто? Это животное. Скажи, животное. Животные. Опс. Где были? Там есть собак. Что видели? Кого видели с Даником? Там собаки. Кого мы видели с Даником? Там и мам. Каких животных видели? Там дети, там есть мама. Даша. А куда поедем сейчас? Приятелю, очень поедем. Ну, поехали.